Конаковская школа искусств открыла новый учебный сезон концертом для первоклашек. Специально для новых воспитанников учреждения и их родителей организаторы мероприятия подготовили обширную программу, в которой приняли участие почти все музыкальные кружки школы. Как прошел торжественный творческий вечер в нашем сюжете. Виртуозно и с глубоким чувством нежности Арсений играет впервые на этой сцене знаменитую пьесу корейского композитора Юрумы под названием «Река цветов в тебе». Юноша занимается в Конаковской школе искусств всего неделю. Он перевелся из Селиховской музыкальной школы. Его сегодняшний педагог Людмила Николаевна Воробьева предложила ему выступить на этом творческом вечере, чтобы вдохновить первоклашек. Делать подобные концерты для новичков школы – это уже традиция. Андрей и Анна Рагулины – брат и сестра. Они неоднократные участники и победители различных конкурсов, концертов, а также фестивалей. Как и остальные ребята, которые занимаются в школе и выступили на этом творческом концерте. В детском учреждении не только учат музыке. Здесь существует несколько отделений – художественное, музыкально-эстетическое и музыкально-инструментальное. В следующем году школа искусств отмечает 55-летний юбилей, поэтому подготовка к нему, можно сказать, уже началась. Юбилейный концерт мы будем проводить в феврале или в марте. Дата пока еще уточняется, и вы ее сможете увидеть на нашем сайте или на красивых праздничных афишах. Всех приглашаем на наши концерты. Всем всего самого доброго. Будем вас ждать с нетерпением. Творческий концерт для первоклашек стал стартом не только нового учебного года в школе искусств, но и началом новых творческих свершений и достижений.